you see the Soviet Lifestyle Museum, which is exactly what I'm going to show you today here in Kazan. Let's check it out, a proper Soviet museum. The only one in Russia, Soviet Lifestyle Museum. Let's go. So apparently the director of this museum is quite a big Soviet enthusiast, let's say. And he collected all these kinds of Soviet memorabilia and he made a museum out of these. Just consider that Soviet nostalgia is very much a thing here in Russia, across the former Soviet Union, and this museum is visited by so many tourists every year. Good afternoon. Рад вас видеть. Здравствуйте. Очень приятно. Да, да, и очень приятно. И вы попали вот сюда. Это музей социалистического быта. А за границей мы называемся Soviet Lifestyle Museum. Wow. Добро пожаловать. Told you this guy is an enthusiast. And yeah, welcome. The Soviet Lifestyle Museum. А куда мне надо? Вы можете пройти, пожалуйста, проходите. Если вам будет жарко, вы можете раздеться на стуле. Это все можно мерить, трогать, одевать, фотографировать. Okay. И начинайте отсюда. Okay. Начинается. Now the director, of course, advised me to start from this and continue all the way there along the perimeter until the very end. And you can see here, these are наши игрушки. So these are the toys that most Russian and Soviet kids used to play with some decades ago. I don't think they're much different from the ones that, for example, my parents used to play with. Soviet Pepsi Cola. 1975 года Soviet Pepsi Cola начала выпускаться в Советском Союзе. С американскими партнерами был налажен обмен. Они получили водку Смирнов и в ответ получили, Советский Союз получил Pepsi Cola. И с этого момента настоящий американский напиток стал доступен быть на советском рынке. Но это был единственный американский напиток, который тогда можно было купить у нас. Никакой Кока-Колы. Now what is interesting is that you see that the Pioneer. And Pioneer and Komsomol, if you've ever been to Russia, you might know that Komsomol is a very recurrent toponym. Komsomolsk-na-Amuria. There's a metro station Komsomolskaya. There's a square named Komsomolskaya right in Moscow. And that's because Pioneers and Komsomol were basically the equivalent of our Boy Scouts in Europe and in the US. And they were kids who used to take part in these programs and they were serving the Communist Party from a very young age. Это верно, что как я немного читал, что есть такое чувство, как да. Советская ностальгия. Может быть? Давайте попробуем спросить наших гостей. Девушки, извините, а можно один вопрос? Вот наш итальянский гость говорит, что есть такое чувство, как советская ностальгия. Это правда? Она вообще присутствует? Или вот почему вы здесь? Ну, я, в принципе, вспомнить прошлое как ностальгия, а ребенок хочет узнать, как жила мама. Ну, то есть, узнать, чем мама дышала, как, что у нас происходило в наше время. Поэтому, ну, нас это привело. Мама что-то помнит о том времени, хотя она еще молодая очень, а дочка вообще это время не видела. You're seeing here brooches from the former Soviet Union. And there are some that are really interesting. For example, this one you see supporting Cuba, the Cuban Revolution with Fidel Castro. And other ones, let's see, you see the one about Vietnam, probably dating back to the days of the Cold War in Vietnam. А вы знаете, что мне особенно всегда было интересно от времени Советского Союза? Как, например, знаю, что чтобы туристы приехали в Россию, теперь как можно получить визу, россияне могут путешествовать в Европу, например, без проблемы. Да. Но как было во время Советского Союза? Никак. Как люди могли въехать и уехать? Проблема была, чтобы съездить куда-либо, это была целая история. Для того, чтобы поехать за границу или куда-то съездить. В такие капиталистические страны вообще не было выехать. Только можно было по турпутевке поехать в какую-нибудь
Кубу, да, Чехословакию. Европа, Западная Европа не хотела, чтобы россияне вошли? Нет, наша, скорее наша страна не хотела выпускать. Понятно, как Северная Корея сейчас может. Да, да, не очень хотели выпускать. Считалось, что это, ну... Понятно. Понятно, что советский человек не должен много ездить, он должен работать у себя на месте. Понятно, понятно. Поэтому это было... Here you can also try on these uniforms, who are pretty much replicas of the uniforms of the major generals of the Soviet Union. Now the guy said that I absolutely need to go upstairs, and that's where I'm going. Слава Союзу Советских Социалистических Республик. Glory to all the republics of the Soviet Union. Can you imagine having this hanging on the wall of your bedroom? Много людей, которые хотят Советский Союз снова. Но это у многих это просто связано с ушедшей молодостью, например, да? Это молодые годы. Кому-то не нравится нынешняя политика. Ну, нет единого мнения, чтобы все однозначно сказали, да, мы хотим назад. Или мы не хотим. У всех по-разному. Но очень много людей ностальгируют по тому времени, конечно. Хотят возвращения. А вы, в конце концов, что предпочитаете? Я предпочитаю сегодняшний... Я предпочитаю Россию. СССР рядом, он здесь. Но это не значит, что в него надо по-настоящему возвращаться. Of course, the matryoshkas that you can buy now at any souvenir shop in Russia from Smolensk, Moscow, all the way to Vladivostok, also were quite a thing already at the times of the Soviet Union. You see some old Soviet watches, of which I would still wear most of them, I must say. I reckon this is something that you can do as well. Just imagine if you just try and collect the things that you have at home. Maybe you're living in the US and you just collect some pieces of memorabilia from the US, and who knows? Maybe in 20 years the United States of America won't exist anymore, and you'll be able to build a museum of a former country exactly like this one. Maybe not exactly like this one, but... И у нас есть три филиала нашего музея во Франции, в Париже. Серьезно? В Брюсселе, в Бельгии, да? И в Турции, в Анталии. Да. Wow, да, wow. Это... He's saying that you can actually visit... You don't need to come all the way to Kazan to visit the Soviet Museum, because they also have museums in Paris, Brussels, and what was the other one? Antalya. Antalya, Turkey. Antalya in Turkey. Yeah. Isn't that great? A Soviet museum in Europe. Can you imagine that? Wow, you see this piece of memorabilia from the Moscow Olympics of the 1980. Probably one of the most controversial Olympics of all time. Again, here, Moscow 80. This exhibition in particular was built for the 40th anniversary of the Olympics, of the Moscow Olympics of 1980. Sì, добро пожаловать, Олимпиада! Welcome, Olympics! And welcome, athletes from all over the world, coming to Moscow to take part in the Olympics. That was 40 years ago. Man, time flies! Ну так, давайте, Рустем, спасибо большое. Вы очень, как по-русски, энтузиаст. Спасибо вам. Очень хорошо, было очень интересно. И, ну, всего доброго. Если у вас будет желание или возможность, есть TripAdvisor. TripAdvisor, знаете? Да. Если вы напишите привет по-итальянски, то нам будет очень приятно. Давай, давай. К сожалению, наш филиал нашего музея, который был в Санкт-Петербурге, это наш филиал был. Он, к сожалению, сейчас закрылся ввиду того, что нет деньги платить там аренду. Но TripAdvisor, это Казанский музей, работает, и мы ждем всех итальянских гостей. Right, guys, we're going to say hello on TripAdvisor. Okay? Yeah. Thank you very much again. Спасибо. До свидания. What a guy and what a cool museum. I'd say that this goes right into probably the top 10 of the best museums I've ever been to. Great. If you want to read more into the history of the Soviet Union, definitely
Кампир, музей социалистического быта. The Museum of the Soviet Life. Soviet Everyday Life.